Кто это говорит? Ширяев Дмитрий. Слушаю, Дмитрий, давайте. С миром вам. С миром. Значит, Деяния апостолов, по-моему, 8 глава, когда Илью крестил Евнуха. И там написано, что Дух Святой сошел на Евнуха. Да. А Филипп, он был диаконом? Почему? Филипп был диаконом, у него было самое, ну, возможность, чтобы Дух Святой сходил на крещенных. Да Господь так делает, потому что он уезжает навсегда. От него вера пойдет на целую страну. Он не здесь, с ним больше никто не встретится. И Господь меняет тактику. Покайтесь и докрестится каждого имя Иисуса Христа и получите дар Святого Духа. А тут сначала Дух Святой. И дальше видите, как Бог меняет порядок. Это единичные случаи такие. Это мы должны принять, что Бог не связан тем, говорит, суббота. Суббота Он хозяин. Так, никого нет. Я так и думаю. Все, спаси Христос. Так, никого нет, я отхожу. Игнат Китисович. Ай. А Иефай все-таки принес на все сожжения дочку свою или нет? Здесь два варианта. Что она отпевала, как говорится, оплакивала свое девство. То есть она осталась девой, не выдал замуж. Смысл в этом заключается, якобы. И поэтому, я не знаю, вы слышали или нет, у меня знакомый был заслуженный артист Российской Федерации, Овчинников Эдуард. И он стихотворение «Фруга», еврей, пишет об этом. Без слез слушать нельзя. Сколько раз слушал, столько раз до слез. Вот где-то оно у меня записано, это надо найти только. Считается, что не было убийства. Не было. Поэтому нам легче это перенести. Так, все. Принесу уже. В жертву это означает, на 100% человек служит Богу. Иные считают, что именно принес в жертву. Это язычники приносили. Дочерей приносили в жертву бесам. Так что второй вариант, он более приемлем. Потому что у нас, видите, какой широкий диапазон. Когда говорится о смерти, Господь говорит, верующий меня не умрет. Люди как не умрут, сколько верующих все. Речь идет о вечности, о душе. И поэтому тут надо все время делать поправку. В общепринятом понятии у Бога сказано не сходится с нашим. Кто себя по правую, по левую руку? Вы не знаете, чего просите. Можете ли? Можем. Не можете. Никто этого не может сделать. Кому отец назначил? Так ты, отец, равные. По человечеству неравные. Видите как? Везде нужна поправка, объяснение. И эту тайну мы просто никогда не думайте, что мы что-то понимаем. Мы верим. Называем не понимающие, а верующие. Мусульмане, они никак не могут уверовать во Святую Троицу. От них закрыто это. Так, все. Отхожу.